Порядка 40 предприятий в этом году решили порадовать школьников и их родителей в преддверии нового учебного года. Так уж повелось. Здесь, на ярмарке, всегда можно найти и костюмчик, чтобы сидел, и туфельки, чтобы радовали глаз лаковым блеском. Кроме того, на празднике ребят обязательно ждет развлекательная программа. Несмотря на то, что огромным ассортиментом товаров сегодня могут удивить мам и пап крупнейшие торговые центры города, все равно по традиции свое путешествие в поисках необходимого многие начинают с давно знакомого адреса с улицы Гоголя. В целях более полного удовлетворения спроса жителей города Бреста. И в соответствии с решением Брестского горисполкома было принято решение о проведении школьных базаров. И этот год не стал для нас исключением. По выходным дням, субботам и воскресеньям на протяжении всего августа будут проходить ярмарки. И традиционно это будет на Гоголя Советской. Портфели и тетради, книги и учебники, школьная форма и канцелярские аксессуары. Все это разнообразие привлекло в последние летние дни школьников и их родителей на большую выставку-ярмарку. Каждый старается выбрать то, что бы нравилось и тому, кто приобретает, и тому, кто будет носить. Благо, предлагаемый ассортимент может удовлетворить запросам. Мы обращаем внимание на качество и, соответственно, цену товара. Здесь как раз сочетание цены и качества оптимальны. Нас это очень устраивает. У меня старшеклассники, сейчас детки. Вот выбираем школьную форму. Мальчику уже приобрели костюм школьный, туфли приобрели. А сейчас девочки хотели сарафан купить. Рост высокий у нее, 168. Вот тяжело выбрать на нее. Ну, решили посмотреть вот блузочку, юбочку. Традиционно вместе с большим ассортиментом и доступными ценами производители предлагают бонусы и скидки. Продолжая хорошее начинание последних лет, ведущие торговые объекты предлагают рассрочки для многодетных, а также малообеспеченных семей. При организации работы школьного базара субъектам хозяйствования было рекомендовано снизить торговые надбавки. Кроме того, в городе стационарных объектов, реализующих школьных ассортимент, тоже предлагаются различного рода преференции. Это рассрочки и скидки. Работать торговая площадка по улице Гоголя будет все выходные дни августа с 10 до 17.00. Всего в стране к началу школьного сезона пройдет более 2000 выставок-продаж, на которых предусмотрено проведение различных акций, розыгрышей призов и подарков.